во-первых, из многих, многих знаем здесь. Здесь вопросы звучат, каким образом мы можем помочь. На самом деле, все события, которые прошли сейчас на Майдане, или проходят еще даже, продолжение того, что началось в 2004 году. И кто-то, если думает, что если это пройдет вновь и результатов не будет сделано, то следующая, третью революцию, через называемую, через это Украина не переживет. Не переживет, потому что потому что я думаю, что и не будет третьей революции, надеюсь, что целостности не будет. Ключевая задача. У вас есть выпускник факультета, который показал, как можно, как может быть. Я, честно говоря, когда первый раз приехал, много слышал об этих реформах. Михаил меня пригласил. В 2006 году я был первый раз. Была разбитая страна, как корыто разбит. А в прошлом году, когда я приехал, я просто не узнал. Я думаю, что есть чем гордиться, даже если это Батуми визитная карточка, то в Украине, к большому сожалению, таких визитных карточек нет. Нет, у нас несколько. Батуми — это Ливан. Тоже надо. Что? Да. Это другой выпуск. В Тбилиси вообще очень много. Это из особо. На самом деле, самое главное, люди готовы давать свой потенциал использовать для того, чтобы прошли изменения в стране, для того, чтобы тот потенциал знаний, энергии, которые есть, жизненного опыта, который есть у каждого, был реализован. И многие из тех людей, которые обращаются, не заинтересованы даже финансово, у них мотивация все-таки изменить правила. Я хочу поблагодарить за желание помочь. Буду очень благодарен, если будет такая возможность дать возможности, ресурс знаний, опыта в реализации тех планов для того, чтобы Украина стала европейской наконец-то. А каждому из вас хотел бы пожелать самого главного, чтобы мы жили в хорошей стране. И в мире. Но если на самом деле нищета порождает криминал, напряженность в обществе. Если будет нормальное общество с хорошим достатком, с хорошими составляющими, с хорошими перспективами, я думаю, мир будет автоматически. Я имею в виду мир в последние крымские события. Да. И это, и все остальное. Спасибо за ваше внимание. Я хотел отдельно поблагодарить Михаила, тоже выпускника вашего факультета, за поддержку, за мотивацию, потому что я, не скрывая, об этом много раз говорил, где бы ни ездил. Мой последний визит в Грузию сделал мне такую мотивацию. Вот. И книжка «Почему грузинов получилось?» Вчера выступал в университете. Студенты, молодые девочки, мальчики, с этим книгами пришли. Где-то 40 студентов было, там 2000 лет, там, где в Магрибе, 40 человек пришло с книгами. Нет, боже мой. Никакого времени. У него будет хороший премьер-министр, при чем я. Давай ты будешь по выходным приезжать. Ты вот приезжай. Я не в Украине. Я сердце в Украине, с другой паспорт не украинцы. Украинцы должны это все делать. И вы должны сделать, и у вас есть. Дело тоже тот, кто украинец. Считайте, что мы ваша сотня, и будем все делать. Шел до украинец, я украинец. Он говорит, любой вопрос, по которому есть какие-то составляющие для того, чтобы получить ответ ситуации, он готов всегда, я знаю, мы переписываемся. Михаил дает очень много таких советов, которые необходимы в политике, так как опыта у меня большого политического нет, а есть многие вещи, где необходим опыт, совет. И я благодарен господину Саакашвили за поддержку моральную, которую он осуществляет. На самом деле, это правда, интеллектуальная элита вашей страны. Таких групп в Украине представлено много, но это самое отличающее. Сейчас им нужно новое начало. Это люди с большим опытом, и каким-то образом они все успешны в своих сферах, но в Украине никогда не пришло время, чтобы они были вообще первой шеренги
надолго, потому что они заслуживают это чисто по своей потенции. Всегда, почему? Потому что проблема, чем сила Виталия, что он настолько свежий, настолько чистый. Украинская политическая элита, не секрет, гораздо ниже стоит, чем украинский общий интеллектуальный класс и общее население. Но это, к сожалению, так, я говорю это с болью. И в этом смысле он просто маяк для всех нас. Мы все смогли помочь этой стране, которая сейчас находится на пороге больших событий, очень опасных событий. И я видел в Мюнхене, когда мы вместе были, настолько он популярен в Европе, насколько он там полубокал. Это такая визитная карточка для Украины, такой потенциал. Настолько хорошо выступил на конференции. И, кстати, выступал без бумаги, я видел, настолько спонтанно он выступил. Все были, я такого хорошего выступления, и Мюнхене был несколько раз на этой конференции, я видел хорошее выступление. Это было честное, спонтанное, хорошее выступление. У него есть потрясающие, талантливые моменты, как политик. Но это просто надо понимать, что человек для него не занимался политикой, он занимался тем, чем занимался. И сейчас просто у него потрясающий талант, но без людей этот талант не раскроется. Здесь правильно, вот как он выступал на немецком, ему надо что так же говорить. Он выступал на немецком лаконно, короткими фразами и очень четкими. Ну то, что нужны месседжи. Здесь получается, что на данном языке, чем на нашем. Вы знаете, что вы пиарщик, а считаете, что вы пиарщик. Вот, пожалуйста, вот вы помогите. Виталий, вот... Я не пиарщик, я откровенно все делаю, и он тоже откровенно. Искренне самый лучший пиар, я говорю, что... Искренне самый лучший пиар. Пиар — это технология, не бывает технологии, нельзя сделать с политикой. И политик или есть, или нет. Тогда Янукович был бы самым главным политиком в мире, если пиар помог. Тоже он нанимал каких-то там всяких... Ну, ничего не получил. Ну, да. Нанимал, я был свидетелем. Ничего не получил, как можно. Искренне, если это лучший пиар.